Сегодня минимальное поражение, но, наверное, с точки зрения качества игры сегодня все-таки у Синара было лучше, чем вчера, как считать? Да, наверное, мы сегодня как-то по-особенному настроились и хотели все-таки уехать 1-1 с серии, чтобы было. Но не получилось, мы опять не реализовали кучу моментов, не забиваем. А вот эти несчастные случаи, что происходит на последних секундах, ну это уже не все. Вот нереализация момента, в чем причина этого? Где-то недоконцентрация, мастерство или как сегодня невезение? Да, я не знаю, к чему это приобщить, и невезение, и все вот это. Ну, значит, невезение, значит, не заслужили это. Все-таки можешь что-то сказать по ситуации на последних секундах? Как судьи объяснили? Как сам считаешь, успел, не успел? Ну, как сказать, если смотреть... То, что я был на поле, я это завершал удар. То есть мое мнение, что если когда я ударил, мяч летел как бы уже с продолжительностью сирены. Сирена длинная, и может тоже в этом как бы причина. Но это уже другие люди будут все смотреть, обсуждать. При этом достаточно быстро с команды успокоилась. Тренер всем сказал, что никаких обсуждений не нужно, все уходим. Ну, я думаю, все равно мы очень сильно вымотались и как бы... Когда судьи уже свистят, говорят, что нет, и там буквально уже минуту говорят, что нет, ну, смысла. Не было спорить дальше. Верно ли говорить, что сегодня вот у вас была такая попытка создать ударное звено, где был ты, Хамадиев, Прудников и Демин, и именно ставка была вот на эту четверку? Ну, мы буквально на установке перед игрой узнали об этой четверке, и как бы это решение тренера, и я думаю... Наше звено сегодня хорошо отыграло, и это показатель.